Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс и игрушечка Invincible. Не знаю, что-то про космос. Значит, игру дали разработчики, но игра довольно популярная и хорошая. Давайте посмотрим на нее вместе с вами, мне очень интересно. Типа, начало, где я? Я высадился на какую-то планету. Голова? Так, ну я в скафандре, да? Марит, кто-нибудь? А, подожди, я могу двигаться. Мне встать надо. Я думал, это заставка. Нифига себе, это игра уже. Так, вот встаем. Аккуратно. Ух, офигеть, планета. Удерживание. На помощь, вы здесь. Да никто здесь не поможет, нихера себе здесь планета. База, ответьте, прошу вас. Вы меня слышите, алло? Коваль, Марит, вы меня слышите? Да никто. Секунду назад я вас слышала. Солнце, слушай, надо уйти бы с солнца. Потому что атмосфера здесь и вообще голова раскалывается, конечно. Непонятно, что я здесь вообще делаю и где нахожусь. Да блин, на планете ты находишься. Кто-нибудь мне уже ответит. Черт подери. О, давай встанем на ноги. Че, не можешь? Кости целые. Но это самое главное. Давай. Господи, вспоминать Старфилд. Куда все подевались? Слушай, графика на ультра вообще красивая здесь. Почему мне никто не отвечает? Так. Рюкзачок возьмись. Возьмись, оденься. И пошли отсюда. А, здесь что-то... А, рация здесь, подожди. Проверь провод, провод. О, вот дерьмо. Да просто возьми его. Я что-то услышала. Да провод почини ты, господи. Боже мой, скрути его. Хотя в таких перчатках ты вряд ли скрутишь. Но можно, в принципе, приконнектиться. Ладно, не умеет она. Что здесь в кармашке? Блин, графончик, а. Маяк, черт возьми, маяк пропал. Надо найти маяк, наверное. Где он? Нахер его знает. Вот здесь, смотри, что-то есть. Уровень кислорода в баке целых 2 гектобара. На сколько часов хватит? Не знаю, что такое гектобары. Это что, поесть что-то? Нет, передача какой-то. TR-51. Похоже на какой-то синтезатор, честно говоря. Вот, синтвейв, типа того что-то. Так, маяка тоже не видать. Не, ну реально, знаешь, на музыкальную вот эту вот шкатулочку похоже. Даже делает так. Так, о, нифига себе, питбой какой-то, как в Fallout. Блин, графика похожа на Fallout чем-то, да? А, эта карта, я в ней, похоже, не разберусь вообще никак. Описание. Мы на планете Ригис 3. Что мне ни о чем не говорит? А мне говорит, я в Старфилд играл, почему ж. Докладываю, планет не помню. Последнее, что я помню, секунду, мы завершили исследовательский цикл. Нас уже погрузили в искусственный сон, короче, может, провал памяти, все понятно. Давай, пошли. Провал маршрут похода. Наш экипаж разделился на 2 группы. Первая разбила лагерь. Может, я была с ними или как направлялась в лагерь. Короче, она ничего не помнит. Наверное, голодная. Еще обе группы приземлились на одной площадке. Ну, а ты где приземлилась? Посадочные аппараты. Жук. Мне эта карта ни о чем не говорит. Нестандартный подход, может, первый вышел из строя. Не знаю я, кто такой первый здесь, где жук. Но очень интересно. Объекты исследования. Первая группа исследовала океан. Без биолога. Странные дела. А другая группа, или только я, пошла по другому маршруту. Ну, потому что ты коза какая-то, я не знаю. Кто идет по другому маршруту без группы? В направлении... лагерь. Точно, я направлялась прямиком в лагерь. Ну все, вставай, пошли.
Вы наверняка где-то рядом. Я в пути, короче. Хватит сидеть, правильно. Подайте знак. Никто тут ничего не подаст. Никакие какие ориентиры здесь на планете. Похоже, с этим надо было бы прекращать. Да вставай. Вставай, говорю. Точное местоположение. А как я его определю, если я головой даже и не могу вертеть, я не знаю. Док. Нечто похожее на собаку. А, у тебя бинокль есть даже, да? Так. Ориентир. Характерная конструкция, ну, я не знаю, это не похоже на собаку. Ориентир. Тоже не подходит. Так, здесь. Так, мне можно четкость. Так, четкость. S приблизить. Во. Шнур какой-то. Это мой канат, вот, позже попробую забрать, вдруг пригодится. Да, не то, что забрать надо, надо валить туда, короче, наверное, вот. Чё забрать? Всё, да? F убрать. Так, ну, чё, там канат есть, да? Чё, я могу встать, нет? Чё ты сидишь, как мне, чё мне сделать надо? Ходить не могу я, да? На клавиши дальше чё? Приблизить и уменьшить могу. Может этими? Нет, не этими клавишами. Я буду так сидеть или что? А, вот еще есть, ёлы-палы. Ориентир. А, вот и пес. А где... Это на пса похоже, да? Один есть, нифига себе, это что, на пса было похоже? Ну, я не знаю, так, давай вот это что, который я назвала иглой. Вот игла, мы на нее смотрели, вот игла, по-любому. На ушко иглы, да, совершенно верно. Так, это игла, дальше что? Я здесь, вот. А, пора в путь, пора в путь, конечно, пора в путь. Так, я здесь. Вставай, да, найдите дорогу в лагерь. Я здесь, лагерь у меня, мне вот туда, к веревке надо, получается. Крокодил. О, я ходить могу. И бежать могу. Здесь где-то веревка была, я не помню где. По-моему, здесь. А, то есть бег, подожди. Вниз идти. Подожди, подожди. Здесь веревка где-то лежала, я точно помню. Вот она. Я в каньоне. Я в каньоне. Так. Надеюсь, что можно доверять. Оу! Ну, по крайней мере, веревка есть у нас, правильно? Я ж помню, где веревка. Так, напевает еще что-то. Так, короче, такая расслабленная, да? Офигеть. Так, мне спуститься надо. Здесь я не пройду. Получается, ниже надо немножко. А, и спрыгивать я тоже не могу, да? Ну, бежать могу, стамины я не вижу. И мне к игле бежать? А, нет, спуститься могу я. Опа. Слушай, тяжело в космосе так. Водоем. Во, слушай. На этой пустынной планете есть вода. Неизвестная жидкость. Да похер, давай покупаемся в неизвестной жидкости. Ой, хорошо. Будет непросто. Почему? Докторы, ясно. Офигеть, а почему не просто будет восполнить жидкость? Набрала и все.
Как дела? Пока порядок. Вы ясно? Я уже доктора Янсен вспомнил, блин, здесь. Так, в какой-то капсуле. Уже проснулись, хорошо. Проснулась. Не торопись. Иначе мне вас опять надо будет. Так, попробуйте встать, не торопясь. Выглядит так себе. Неужели запомнить пару простых правил? Да чё, вставай давай. Давай вставай. Посидеть немного. Опа. За ручечку. Я встаю. Слушай, ну игра прикольная очень. Очень прикольно сделана. Вот прям погружает в историю. Третье правило. Пить достаточно жидкости. Пить потихоньку. Всегда первые на ногах, не знаю, как вам это удается. После нескольких циклов криогенного сна, короче, ты привыкаешь к этому. Так, вот. Давай. Давай, я, короче, проснулась после криогенного сна. В носочках. Кто-нибудь заметил, что мы не там, где должны? Смотрите сами, доктор, это не та планета. Но мы приехали в жопу какую-то мира. В жопу космоса. Вон фонарик, возьми ручку. Прекратить, Коваль. Говорю вам, мы не там проснулись. Да-да, мы слышали. Довольно ясно. Попей. Переговорная через 15 минут. Это капитан видно, да? Плохие дела. Ну так я говорю, мы не там проснулись. Планета явно не дружелюбная какая-то. Так, пить потихоньку. Как мне зачерпнуть флягу? Хер его знает. Т, локатор. Локатор что-то засек. Подожди, вот там. Найдите при помощи локатора. Так, локатор что-то засек. Вот там. Вот прямо где-то здесь. Но это... Опа, маяк засек. Ну. Ну, я же вижу маяк. Господи, возьми его. Нашла. Найдите дорогу в лагерь. Так, нашла маяк. Игла. Стрекоза. Я вижу наш корабль. Это корабль там такой? Офигеть. Так, ладно. Маяк пока ничего не показывает. Попить я так и не понял как. Возможно, мне туда, потому что я не знаю, куда еще. Наверх я там пролезу, пройду, не знаю. Пошли сюда. Здесь как бы вроде вот проход. Такие бури продолжаются несколько сотен дней, и это правда. Не хочу туда. Выход с территории. Нашла выход, так. Журнал обновлен. Обрыв, здесь не пройти. А где пройти, ты чё? Я не спущусь, у меня же есть веревка, да? Подожди. У меня так. Ну, лагерь вот аж где, да? Лабиринт получается, да? Я думал, я солнце мне это надоело. Пошли сюда тогда. Okay. Ладно, идем дальше. Буря начинается. Давай, беги. Я не знаю, может, воду я и набрал. Ну, тут пещерки есть, наверное, какие-то. Вот как бы тропинка и ведет сюда. Блин, ну космос это вам, да, такая планета, конечно, это вам не прогулка в парке. Времени и так мало. Да хер его знает, куда идти, здесь тупик. Вот сюда. Давай, побежали. Обманчиво все здесь в горах. Во.
О, это уже лучше. Ой, хорошо здесь. Ой, здесь от жары, от солнца этого спрятаться просто. Я не знаю, здесь если атмосферы нету, то солнце будет жарить, дай боже. Если есть активные выбросы пепла и сильные перепады температуры, могли бы объяснить отсутствие... О-о-о-о! Я хер его знает, как спускаться. Так, ну, я вот, в принципе, иду, наверное, правильной дорогой. Ну, единственной, наверное. Наверное, единственной. Слушай, эту игру я бы постримил бы даже. Вот, мне нравятся такие игры, да? Мало динамические тоже, правда, но исследовательские. В сторону лагеря. Подожди, я куда иду? Кэмп, ну вот, поэтому я иду в сторону лагеря. Продолжайте идти. Может, туда мне, да, надо? Но я хочу посмотреть, что здесь. Здесь ведь тоже проход какой-то есть, аж тормоза, вот он. А что там? Офигеть, смотри, планета какая, да? Просто шикарная, ладно. Вот сюда и пройдем. Здесь я пролезу? Пролезу. Так, вот сюда цепляйся. Вниз я что-то не хочу. Так, опа, бинокль. Тенты. Приблизить. 400 метров по прямой, короче. I see you. Я вижу. Нужно только спуститься. Ну, давай, чего. Вот горочка хорошая. Откоса примерно 10 метров. Да нормально. Нормально, слайд-даун будет, да. Рискну, давай. Рискуй, господи боже мой. Нормальный склон. На жопу садись, во. О, все нормально, ничего не разбило. Что ты переживаешь, господи? Вышло так себе. Да, отлично. Продолжайте идти в сторону лагеря. Мне туда. Там где-то лагерь был. Так, блин, очень жарко. Очень жарко, я здесь бегать не могу. Планета жесть. Планета жесть. Я ее жесть назову. Она как железная, смотри, красная вся, да? Видимость могла бы быть получше. Ну вот как тропинки. Нет, это не тропинки. Это жесть просто. Мне туда надо идти. И если буря усилится, тогда я к вам уже не попаду. Блин, а что делать? Я ж бурю не рисовал. Разработчики нарисовали. Давай. Пошли через бурю. Ну его нахер. Карта есть у меня, да? Продолжайте идти в сторону лагеря. Я продолжаю. Ёб твою, я продолжаю. Но пошла заставка какая-то, наверное. Я продолжал идти в сторону лагеря. Я не знаю, от бури я здесь никак не спрячусь. О, значит, я все правильно сделал, да? Я помню, мне туда надо идти. Давай. Что произошло? Где я? Где? Что произошло? Где? Да пошли, поползли в лагерь. Ползем дальше. Вот туда нам надо, да, я помню. Давай. Чё ты опять села? Господи, вставай. Вот, лагерь. Вот он. Я гораздо ближе к пункту назначения. Давай. Давай, господи, вставай. Совсем этого не помню.
блин, буря может влиять на сознание как-то. Я забываю, куда я и что я иду. Поэтому надо записывать все в свою вот эту вот книжечку. Вот. Вот, смотри, я к лагерю почти подхожу. Здесь еще забраться надо, да, как-то? Я не знаю. Как я туда дойду, господи? Я надеюсь, здесь есть проход. Потому что если прохода нет, не, здесь есть. Можно подняться. Ну, я бы поднялся. Не знаю, насколько в скафандре я бы поднялся, но поднялся бы. И здесь от бури, в принципе, можно спрятаться, правильно? Здесь, ну, не так страшно. Здесь можно залезть в какую-то норку, короче, в пещеру. И сидеть здесь. Вообще, веревка, я не знаю, для чего веревка. Ну, как трудно. А, вот так даже ты умеешь? Ёб твою. Ты скалолаз. Солнце, солнце. Главное, не переживай, ползи. Давай поползем. Главное, не дергай этот камень. Ну, ты видишь, он какой-то, я не знаю. Ну, какой-то вот этот нормальный, а тот, ну, какой-то не очень был. Ножки притомились, говорит она. Давай, только вперед. Только наверх. Солнце, заходи. Так, ну... Экзоспутник. Я помню тебя. Да, я тоже красивый экзоспутник очень. Все, можем дальше идти. R303. А, понял. Понял. Этот спутник мы сейчас будем вспоминать с вами. Астрогейтор, сэр, крю. Доктор Горский, как раз вовремя. Есть новости. Есть новый набор данных из зонда. Отлично. Так, я так полагаю, мы узнаем, да? Куда мы не туда прилетели. Можно считать, что нет. Аргон, углекислый газ 0, метан 4, остальное кислород. Нифига себе. Получается 16%. С такой концентрацией кислорода на планете должна быть жизнь. По меньшей мере микробы, но мы ничего не обнаружили. С этим разберемся позже. Давайте разберемся с данными. Давайте. Ни радиации, ни эндоспор, ни бактерий, ни плесени, ни вирусов, ничего. Очень странно, кстати. Если на континенте нет живых организмов, то кислород вообще откуда? Развивается здесь жизнь. Давай дальше посмотрим. В 8 или 10 километров льда. Ну, такое бывает, если холодно на планете. Почему живые организмы не вышли на сушу? Это тоже очень интересно. Это что за чувак? Если верить данным зонда, активность на суше вообще ноль. Может, здесь идет особая эволюция, нетерпимая к бактериям. Это объяснило некоторые отклонения. Заглянуть под воду надо будет. Блин. Все? Геологический анализ. Делать окончательные выводы пока рано. Мне кажется, планета такому окаменелому яйцу как минимум 6 миллионов и миллиардов лет. Давай посмотрим. Отсюда мы не добудем данные, кто там живет, короче. Что именно мы пытаемся выяснить? Ценность этой планеты. Сейчас это звучит абсурдно, но я уверяю вас, Регис-3 определенно интересует всех. Да? Меня тоже очень интересует. При всем уважении, Астрогатор, мне кажется, вы не готовы...
Неграмотность, простите. Ладно, о чем здесь мы говорим? О планете, да? Куда мы попали? Какой? Альянс. Альянс. Нас интересует только Альянс на этой планете. Они здесь при чем? Дело в том, что они отправили сюда свое элитное подразделение, но ведь Кондор, насколько нам известно, находится, речь не про Кондор. Что-то здесь не так на этой планете, короче, окажется. Но мне она кажется совершенно непригодной ни к чему. Короче, здесь не одни мы были, да? Здесь еще есть какой-то кондор, который может обратить планету в воду, в пар, короче, кислород, дым и все остальное. Некоторые достижения, которыми они сильно преувеличены. Ну, я тоже думаю. Непобедимого сомневаться не стоит. Так, хорошо. Короче, у нас не самый многочисленный экипаж, и что мы будем здесь делать? Не вступая в прямой конфликт, у нас есть возможность изучить эту помойку, планету. Все просто, покинем планету до того, как на нее прибудут эти... Так, он еще далеко. Ладно. Очень интересно, но мало чего понятно. А ты ничего не помнишь, какого черта забыла здесь, да? Давай вверх, вставай, короче. Я надеюсь, не вниз, давай. Такая неповоротливая тут. Найдите дорогу в лагерь. Ищем! Опа. Как мне сюда подняться, подожди. Две точки. Ну, вот сюда, наверное, только уже, да. Все, скалолазание закончилось у девочки, я так полагаю, да? Как слышно? Да не слышно тебя, жрация поломана. Вот и лагерь. Опа, нихера себе. Андробот. Стой, бля. Стоп. Андробот, стоп. По-моему, ему похер. Что здесь? Давай посмотрим. Опа, палаточка какая, да? Здесь нет никого и ничего. Рыба. Жизни не покинула эту планету. Короче, здесь есть рыба. Так, давай вылезем отсюда. Ну его на... Стрекоза, как слышно? Это стрекоза, Ригис. Говорит доктор Янсен. Что, Новик, не лады с ногой? Да, отдыхает у себя в каюте. Мы располагаемся на берегу, время уже позднее. Гурский готовится запустить зонд, мы скоро начнем анализ. Здесь так красиво. Океан, ветер, песок, у меня от одного вида скафандр сжимается. Главное, чтобы не жопа сжималась у тебя от одного вида. Так, я серьезно. Не знаю, как вы, а все эти годы начал ненавидеть космос. Мы стремимся улететь как можно дальше, повидать как можно больше, сделать людей всемогущими. А потом даже по земле прогуляться не можем. Так. Давайте на миссии, блин. У нас много работы на этой планете. Вот вернемся, и можно будет радоваться воде, песку и чему угодно еще. Давай, короче. Вы правы, давай поменьше говори там. Давай, изучи, собрать образцы минералов. Куда вы направляетесь? Собирать коваль?
Бля, один уходит. Это запрещено. I see no good reason. I won't allow it, Regis. Stay put. Еще один ушел. Так, на что посмотреть? Конечно, секундочку. Что вы там нашли? Косяк рыб, короче, нашли. Так, ну понятно, они исследовали в лагере все, да, получается, рыбу, еще что-то находили. А что с роботами, непонятно, да? Давай посмотрим, что на роботов. Что они, блин, какие-то, я не знаю. Невраждебные, наверное. Доктор Горский, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again. Well, never mind. Стрёмный робот. Сейчас как схватит тебя за жопу этой рукой. Oh, maybe if I... RT, default position. Ему по боку. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Так, а чё ж с ним не так? Я не знаю, чё не так. Вот сбоку что-то есть, да? Вот же что-то есть, кнопка какая-то, не? Я хер его знает. Давай тут глянем, что есть. Опа! Это кто здесь? Фига себе, здорово. По-моему, он с ума сошел. По-моему, техника выходит здесь из строя, и доктор с ума сошел. Доктор, плиз. Очнитесь, прошу. Дай ему пощечину нормально. Табло дай. I'm gonna examine him now. Чё у него тут с кислородом совсем? Пульс тоже, все этот медицинский, все в норме. Сатурация в норме. Это уже не доктор, это. Рыбки поел или чё, или буря так? No delay in reactions. Мне больше интересует, как слышно. Так у него рация есть, кстати. Excuse me. Astrogator. Наконец-то! У вас уже два часа у меня приемник сдох. Не нужно оправдываться, доктор, я в курсе. Передатчики исправен, так что так вам пришлось нелегко. Я сейчас подключусь. Давай, провод себе заберем, ему не надо. Слышу вас хорошо, доктор. Что жизни доктора сейчас ничего не угрожает, я не знаю. Но на речь он не реагирует. Нет. Какой ваш вывод, доктор? Глубокий ступор, могу пойти от обратного, может, глубокий ступор.
These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Томографию мозга. Так, надо провести анализы и томографию мозга, только я не знаю, где здесь. Но сначала посадочный аппарат. Короче, надо обыскать все здесь. Есть кто-нибудь здесь? О, постелька, можно поспать. Так. Журнальчик какой-то. Так, первичные анализы, следы никеля, железа, титана. Все бы отдал, чтобы понять, что это теория. Миллионы лет назад гигантский нуклево-железный метеор попал в атмосферу регистри, расплавил поверхность. Нет... Невозможно, форма конструкции этому противоречит. Ой, а как F назад, да? Вел записи тщательно, как всегда. Вышел за пределы исследовательского сектора на запад. Верно. Думаю, самое важное это посадочные координаты. 2316 БА. Записываю. Так, здесь что у нас? Отлично. Загружаю данные, начинаю калибровку. Давай уберем это говно. Вы ищете еще детектор. Так, что за детектор? Вот это что ли? Нашла. Что он работает? А зачем? Надежный прибор. Вот только надежные приборы вышли из строя. Так, ящик. Андробот, насосы. Так, и что мне искать надо? Офигеть. Так, готово. Выхожу из тента. Давай. Приборчик взяли какой-то, да? То есть мне надо найти остальных, посадочную площадку задействовать. Здесь вообще никого нету. Здесь в тентах я побывал. Вот в этом не был. Ну и не попаду, его занесло. Там, смотри, вверху какой-то кустик растет интересный. Робот по-прежнему в ступоре, да? Это не кустик, это... Почему я туда? Какие-то проблемы... Какая-то антенна. Релейный передатчик. А какой экипаж? Здесь нет никого больше. Остальным я нужна больше. Я не знаю, какой экипаж здесь. Здесь надо исследовать. Мы куда-то поуходили. Найдите остальных членов экипажа. Блин, ну робот на самом деле довольно неплохой, как по мне, да? Довольно неплохой. Ну что ж, ребята, на этом мы завершим, значит, наше путешествие вот по этой планете. Но я скажу, что можно было бы продолжить на стриме, наверное. Игра довольно неплохая. Это такие приключения выживания, я даже не знаю, но, скорее всего, приключения. С вами был, как всегда, Алекс. Все, пока-пока, до скорого.